И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, как всегда, отличное настроение. Сегодня играем в хоррор-игрушку Case Animatronics. Если вы кушаете и пьете, приятного аппетита, и начинаем. Похоже, я уснул, уже почти полночь. Плохо уснул. Это еще что такое? Странно, кроме меня здесь никого не должно быть. Никого. Схожу, проверю. Вон он, а-ка, фонарик. Ах, ну да, еще и планшет. Департамент слишком полагается на эту новую систему наблюдения. Планшет заляпанный весь. Скоро выдадут. И световые мечи в придачу. Сколько же все это стоит? Так. Так, есть? Ясно, понятно. Ну что, удобная штука. Не спорю. Лет через 10 такие везде поставят. Но вот человека она все равно не заменит. Пойду осмотрюсь. Перехвалил. Батарея садится очень быстро. Да, батарея быстро Нужно садится. Экономить заряд. Так, отключаем его. Так, насколько я помню, у Бена в кабинете был зарядник. Черт возьми, это еще что? Мне понял. Нужно найти диспетчерскую и включить Блин, свет. Лоста начинается все. Схема помещения была в моем кабинете. Так. Нам нужно найти диспетчерскую. В диспетчерской мы включим электричество. Ну и все, началась сюжеточка у нас, так понимаю. Погнали. У нас тут... Опа, ящички, да, можно открывать? Ладно, потом пошныряем тут все, поищем. Так. О! На. На русском, комната допроса. Блин, это классно, когда на русском все сделано. Респект разработчикам, молодчики. Так, давайте сюда будем. Идти там ничего нет. Опа! Ха-ха-ха-ха! Я сейчас начну здесь кричать еще. Зал совещаний. Раздевалка, нам не в раздевалку нужно. 113. Опа-па! Мурашки повыскакивали. А что это этот? Аниматроник собака, да, ребят? Он включился. Видели? О, у него что-то написано 694. Запомни, если что, напомнишь мне, если я забуду. Вот, диспетчерская. Есть. Отличненько, отличненько. Ищем. Что у нас тут есть? Так, фонарик, не подводи меня. Ощущение, что каким-то старым фонариком пользуюсь. Ты уж уже 2017 год. Чё тебе фонарик заедает? Чай? Так, что-то там написано еще, да? 3000 миллиампер. Да? А! Извиняюсь, все ребята громко крикнул, я в шоке был. Мурашки, успокойтесь. Приснится же такое. Куражно, очень уже классно. Полночь. Пора идти домой. Опа, звоночек. Ночной вызов. Надеюсь, обойдется без выезда. Привет, Бишоп. Прекрасная ночь, не правда ли? Я уверен, что ты не помнишь меня. Много времени прошло с момента нашей последней встречи. Как тебе новая система камер наблюдения? Четко. Однажды ты забрал все, что у меня было. Теперь настало время платить по счетам. Угрожаешь? В вашем участке находятся отголоски моего прошлого. Попробуй собрать их. Посмотрим, чего ты стоишь на самом деле. Голос такой противный. Опа! Кажется, у меня дежавю. Дежавю. Одинаково с ним сказать, дежавю. Надо сходить проверить, что там в диспетчерской. Идемте в диспетчерскую, я помню, где она. Надеюсь, что она реально будет одинаковая. Блин, интересно, тут аниматроник только во сне был или нет? Аниматроник похож на собаку, да? Напишите в комментариях, на кого тут аниматроник был похож. О, пончики! Один съем, да? Я не буду съесть, может, по сюжетке и надо будет жизнь пополнять или что-то еще. Как всегда бывает в игрушках. Так, мы пошли сюда. Мы пошли сюда. Вот диспетчерская. 694 было. Нет? Идемте найдем того аниматроника, где было написано у него. Так, он тут был, да? Блин, все подозрительно как-то. И очень антуражно. Прям так, знаете, затягивает такие игры меня. Мне так это нравится. У нас... Вот он!
Вот он, вот он. И бумажка, вот, да. 35-90. Уже другие цифры. Я думаю, что мне не получается. 35-90, отлично. Идемте вводить. Мамочка моя! Господи, мне волосы поднимают. Ну почему я так боюсь? Ух, мне, наверное, лоб, да, сейчас моментально вспотел. 35-90. Блин, так испугались? Найти электрический щ... Ух, его нету. Второй щиток. А где он? Может, еще одна диспетчерская есть? Нет? Наверное, да. Охренеть. Что это было? Ребята, мне что-то страшно в эту игру играть, честно скажу. Я не буду обманывать, мне страшно. А где телефон звонит? А, вон телефон звонит. О, аниматроника нет. Он же был здесь. Вы же видели все. Мама! Мамочка, он ко мне побежал или нет? Нервишки пощекотало мне. Он не сюда идет, не ко мне разве? Оп, твою мать. Соседи подумают, что я дебил. Вот реально скажут, ты что, дурак ночью орать? Надо было убегать от него. Блин, я так и знал, что здесь что-то не то. Какой-то подвох есть. Не обещаю, что долго продержусь, но максимально попробуем сюжетку попроходить. Наденьте, не забудьте надеть наушники. Да я обострусь. Знаете, надо написать, не забудьте одеть наушники и памперс. Это реально подходит к этой игрушке. Ага, я смогу потом сюда зайти. Что у нас тут? А, шкаф есть. Так, все, мы продумали ход. Когда я беру телефон, я сразу бегу сюда и запрячиваюсь в шкаф. Запрячиваюсь. Я по камерам смогу отслеживать его, но мало батареи. Ну, вспомнил что-нибудь? Как тебе мой подарок? Подарок офигенный. Четкий. Он обожает, обожает играть. Вот он. Разворачиваемся и сразу бежим. Бежим, 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 бежим. Дверь, видели, открылась? Но я не буду туда пока бежать, я сюда забегу. Есть. Нет, 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 чувак, не то нажал. Назад, 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 я ничего не вижу, ничего не понимаю, ну страшно. Если вы хотите, чтобы я эту игрушку проходил, ставь лайкосик, напиши комментарий, что ты думаешь про эту игру, как она тебе. Расскажу, для меня она изумительна просто, как... Чтобы обосраться ночью, она идеально подходит. Не везде камеры есть, кстати. No сигнал. Его не вижу. Он где-то здесь. А, наверное, надо активировать, надо что-то, чтобы эти камеры включились. Выйдем. Я его слышу, он там ходит по коридору. Вот он! Ай, ё-моё, ну я его слышал! Значит, будем бежать там, где открылась дверь. Слева, да, это было? Побежим туда. Или справа, уже не помню. Но мы сейчас так и сделаем. Давайте, помчали. Мой метод не сработал. Главное, что заставку можно пропускать, да? Сейчас мы все попробуем сделать. Вот он. Так, мы разворачиваемся и начинаем бежать. Вот дверь открылась. О, шкафы, 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 да? Есть. Ух, хоть один шкафчик открывается. Зато я теперь могу подсматривать, как он ходит. Тихо, тихо, шкеримся. Я не могу планшет брать? А, в шкафу планшет нельзя достать. Видно, мало места, не может руками шевелить. Ходит, слышите, он ходит. Вот он. Ну это собака! Ну это аниматроник-собака!
Давайте подождем, сейчас еще чуть-чуть и выйдем. Слышите, ходит? Вот он идет назад. Я слышу, слышу. Вот он, вот он. Он, интересно, он за собой дверь будет закрывать? Ну что такое невоспитанно? Мог бы и двери за собой закрывать. Я выхожу. Что будет, то будет. А тут шкафы. А я могу в другой шкаф залезть? Ага. Только толку теперь ничего не вижу. Вот он идет, идет. Блин, зря в этот шкафчик залез. Нет, 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 проходи. Это же специально так сделали, чтобы он встал возле меня. Смотрите, стоит, 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 стоит. Видите, у него все пузо в крови. Он уже, видно, много людей убил. Блин, так хочется немножко мышкой пошевелить или как-то хоть немножко подвигаться. Но разработчики делали, что ты будешь тут стоять просто. Я выхожу. Вон он пошел. Пошел, пошел, пошел. Я сюда бегу. Побежим, откуда он пришел. Так, сюда. Я же ничего видеть, наверное, да, не буду в этом шкафу. Фонарик выключим, включим. Сейчас чуть посижу и выйду, но немножко... Надо освоиться с механикой, как он здесь ходит, куда он... А, я могу теперь на планшет чекать, отлично. В шкафу все-таки есть преимущество. Блин, ну он так мало отображает комнат. Блин, это страшная игрушка, конечно. Вон он, вон он, вон он. Так, а где я? Я еще ничего не уезжаю. Где то, что находится. С батареей, да, будет садиться? И планшет разряженный дали мне. Так, он пошел в ту дверь. Ага, он по кругу запрограммированно ходит. А ну-ка, здесь он проходит? Давайте послушаем, пройдет он здесь или нет. Отключим планшет. Вон он, вон он, вон он. Ха-ха, класс. Если вы уже проходили эту игрушку, напишите в комментариях, что здесь вообще надо делать, куда мне идти. Потому что, мне кажется, я еще не могу разобраться здесь. Тяжеловато. И, во-первых, тут самая главная фишка – это страх. Он тебя берет, и ты реально боишься выйти со шкафа. Ну, давайте рискнем, попробуем куда-то пройтись. Что ж-то сидеть так, тем более он прошел-то. Может, мне надо позвонить куда-то? Давайте в свой офис зайдем. И чё? А, о! Ну, блин, я думал, оружие какое-то дадут или чё. Он, наверное, сюда не будет, да, заходить? Фонарик не работает. У меня фонарик не работает. Ну, это же не прикольно. Какая игра? Вот он, ходит, ходит. Вот эта решетка, он здесь был. Идем, откуда он пришел. Вот, нам сюда. Отлично. Давайте сохраненную точку нам уже. Опа. Может дверь открыть? Тихо, а там что? Коробки что-то стучит, слышите? Тихонечко, не спеша. Еще один аниматроник, смотрите. Ну это же на кота похоже. Кот и собака. Он, наверное, тоже, да, живет? Наверное, когда я буду сюжетку проходить, они будут оживать по очереди. И в том ящике, где стучат, там тоже по-любому сидит аниматроник. Только какой-то еще жестче. Тут не написано ничего, что делать. Никакого задания нет. Я не понимаю, что здесь делать. Хочется, так знаете, выглянуть немножко. А если он за решеткой меня увидит, что будет? Он будет там бегать? А! Он меня увидел, по идее, не? Нари, ты что так слабо светишь? Я хочу знать, что будет, если он меня за дверью увидит. Он меня как-то через решетку захватит или что-то сделает плохое совсем. Так, давайте выйдем все-таки, посмотрим. Что будет? Что бояться? Ой, давайте пончики поедим все. От страха. Человек, когда страшно, он начинает кушать много. Страх забирает очень много энергии у организма. Может, надо сзади как-то подойти? Тихо. Тихо, ты не аниматроник. Давайте проверим, смогу ли я от него убежать. Даже это интересно. Механику изучать надо. Надо же все равно эту игрушку как-то пройти. Я вообще аниматроников люблю проходить. Эй, знаю, вы любите. Если вы любите аниматроников, лайкосик. Посмотрим, сколько нас соберется. Я даже на этот ролик сам себе лайкос поставлю. Как, в принципе, и всегда.
Смотрите, когда я его хочу найти, его нету. Он меня не видит. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Давайте немножко посмотрим, как он вообще передвигается. У него запрограммировано как-то? Он за мной! У меня сейчас в пятки залезут куда? Тупик! Мама! Мамочка, иди! Игрушка просто улетная. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия и вы хотите продолжения, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ссылку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!